Сегодня состоялось ежегодное послание президента Российской Федерации Владимира Путина. Важно, что была обозначена тема, затронутая еще в январе на прямой связи со студентами Казанского федерального университета и лидера страны. Ценно, что президент не забыл этот вопрос. Начиная с текущего года, не менее 100 вузов в субъектах Федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры. Для университетского сообщества это особенно ценно, что мысль о технопарках не была забыта. Мы как студенты, в частности я студентка Института физики, считаем, что для развития инженерного направления в нашей стране и поддержки университетов нам необходимы такие технопарки, где бы студенты могли объединяться и создавать совместные проекты. Напомним, эта тема была затронута в Татьянин день 25 января 2021 года, когда Владимир Путин проводил встречу со студентами России. Тогда студентка первого курса магистратуры Института физики Казанского федерального университета Ангелина Спиридонова выступила с вопросом о поддержке студенческих технопарков. В связи с этим у меня вопрос. Возможно ли создание таких студенческих технологических мастерских, своеобразных университетских технопарков у нас в России при поддержке государства? Такой способ подготовки, о котором мы сейчас сказали, он чрезвычайно важен и очень интересен как опыт. Но вот то, о чем вы сказали, это отдельная тема. Это нужно отдельно посмотреть, посчитать, в том числе эффективность и материальные затраты. Но сам по себе опыт хороший. Посмотрим. Спасибо. Спасибо за то, что дали. Подбросили такую идею. Во время же ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин также заявил о необходимости сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и уже в этом году запустить пилотный проект. Кроме того, откроется 45 тысяч бюджетных мест в российских вузах в ближайшие несколько лет. Также до 2024 года на гражданские научные исследования будет направлено 1 триллион 630 миллиардов рублей. Илья Андреев, Универ Ньюс.